Телеканал Shop and Show предлагает вам самые низкие розничные цены, так что наслаждайтесь. А ты знаешь, для многих, кто живет где-то далеко, это просто спасение. И это правда. Мы тестируем на ваших глазах, мы выбираем все самое лучшее. Итак, у вас новые здоровые бамбуковые подушки и одеяла, целый комплект здоровья. Во что же заправлять? Как же Оля, нам использовать? Оля, тормози, ты цену видела? Оля, я только увидела. Слушайте, сегодня какой-то праздник души, праздник сердца. Вот, а у меня, кстати, есть такое праздничное настроение, друзья, действительно, потому что не забывайте, что доставка бесплатная при заказе от 2500 рублей. Обязательно положите в свою корзину заказа постельное белье «Барбара». Так. Какие цветы! Вот, Оля, вы вглядись в эти краски! Наш любимый принт! Наши любимые цвета! Вы посмотрите, здесь у нас фиолетовый, оттенок лиловый! Слушай, мне бесконечно нравятся эти расцветки. Вот честно, знаете, я бесконечная поклонница зеленого цвета, потому что он такой естественный, такой натуральный. И когда особенно вот в городе живешь, хочется близости к природе. Это точно. А здесь такой настоящий цвет. Вот посмотрите на него еще раз, прям как трава настоящая, правда? И это точно! Главное, вы посмотрите, принт нанесен у нас эффект 3D, абсолютно как живые лепесточки. Яркий принт только на микрофибре дает такую реалистичность. Так. Посмотрите, какие капельки росы. Вот действительно, как будто только что вот дождик брызнул, да, или роса утренняя. Итак, наши дорогие друзья, это постельное белье «Барбара». У нас есть полутораспальное, есть двуспальное, есть размер евро. И вот эта яркость рисунка сохраняется до 5 лет постоянного использования. То есть прекрасно. Вы можете просто вот сняли, постирали, высыхает, кстати, очень быстро, и вновь его надели. Прямо в этот же день? Конечно, да высохнет мигом. Если вы не поленитесь и сразу достанете из стиральной машинки, расправите и сразу повесите сушить, то его даже не нужно гладить. Вообще, кстати, ты знала о том, что врачи не рекомендуют постельное белье гладить? Почему? А потому что именно когда гладится, запаиваются волокна, они теряют вот эту массажность. То есть именно белье постельное рекомендуется. Постирали, хорошенько расправили, повесили. И это здоровые, ваш сон, здоровый сон. И, вот, конечно же, это еще и отдых. А, кстати, вы уверены, что ваше белье обеспечивает вам именно здоровый сон? Вот просто задайтесь этим вопросом. И, кстати, давайте пробежимся по ценам. Есть у нас 3 размера. Как Оля уже сказала, полутораспальные, двухспальные евро. Друзья, это самое бюджетное белье даже из того, что у нас было когда-либо на нашем телеканале, который и так предлагает самые низкие цены. Это поэтому подарок. Очень рекомендую. Просто сегодняшнего дня подарок. Яркость принта – это одно. Но еще и гладкость. А, кстати, Оля, мне очень нравится, мы хотим правда сказать, что это вот как будто прикасаешься к лепесткам цветка. Вот потрогай. Вот такое ощущение, что гладишь лепесточек. Если немножко прикрыть глаза, то полное ощущение, что это настоящий живой цветок. Ты знаешь, а я вспомнила, что ты мне рассказывала, что именно микрофибру больше всего любят в Европе. А почему? Да, а микрофибру любят за то, что она гипоаллергенна, она антистатична, она не притягивает электричество, она не накапливает пыль. На микрофибре не живут никакие бактерии. И рекомендуется для аллергиков именно использование микрофибры. А такой гладкости невозможно добиться ни на одном белье. Ну и, конечно, яркость красок только на микрофибре держится. Вы можете использовать любые моющие средства для стирки, для цветного белья. При 30 градусах стирайте свой комплект постельного белья «Барбара», и в этом саду цветочном будете засыпать и просыпаться долгое время. Слушай, ну ты всех успокоила. А нет, друзья, успокаиваться нельзя. Берем телефонную трубочку, звоним. Ограниченная партия. Уф. Правильно будет сказать, супер ограниченная партия. Ну что ж, если вы, как и мы, любите мягкость, а это белье просто наимягчайшее, наинежнейшее, и любите красоту, не любите яркие, пестрые краски, любите красоту, но при этом мягкость, вот он, ваш выбор.